Удача определяет успех или тренировки. Под таким названием прошел обучающий тренинг для выпускников школ Караганды. На тренинге ребятам рассказали про выбор будущей профессии, а также разъяснили, что такое предпринимательство. На тренинге присутствовал директор компании «Натиже», который поделился своим опытом в бизнесе, а также рассказал о самых востребованных профессиях. Желающих в будущем заняться бизнесом оказалось много. Сара Бикчек – одна из них. Школьница заявила, что пошла на эти курсы для того, чтобы успешно сдать ЕНТ. По ее словам, чтобы достичь успеха, нужно много заниматься. Я начала ходить на Юстадию, только начала ходить, хотя даже если я только начала ходить, но сама Юстадия, это было очень интересно, каждый учитель индивидуально относится к ученикам, старается его более ближе понять и хочет более доступно объяснить, и это более, как бы сказать, очень интересно и очень впечатляет. По словам директора карагандинского филиала, сегодняшнее мероприятие проводится впервые. Главная цель – рассказать ученикам, как выбрать правильно профессию. Как ученикам можно выбрать профессию? На какие профессии сейчас идет спрос? Ну и так далее. Вот в этом плане мы хотим вот эти тренинги провести. И я надеюсь, этот тренинг будет не первый, не последний, он будет продолжаться. И я надеюсь, ученики возьмут очень много для себя полезного. На обучающий тренинг были приглашены ученики и преподаватели карагандинских школ. Организаторы заявили, что такие мероприятия будут проводиться чаще. Айем Амрина, Ажара Агибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.